могущественная сила дыхания, освобождающая от подключений. Проводник Ольга. Видео содержит прямую передачу. Мир, пробудись. Прах эго отряхни. И мысли новый путь открой, и чистый, и прямой. Здесь присутствуют чаты в Telegram, в которых проходят действенные прямые эфиры для настоящих, думающих силовиков, решивших стать свободой, изобилия. Небо – неимоверная голубизна и неимоверно белоснежные облака. Море, что называется совершенно, не отличается своей голубизной с небесной голубизной. Есть горизонт, но вместе с тем есть такое понимание, что небеса очень рядом находятся. Они имеют какую-то составляющую значимости. Значимость того, что человеческий рассудок, так долго пребывающий в какой-то раздробленности, в своем полном таком делении, совершенно забыл, как выглядят небеса. Как они доступны на самом деле, когда сердце звучит, когда звук сердца, ритм сердца, находится в единстве с собственным сознанием. Для многих из вас принять этот эфир дополнение будет зависеть от каждого из вас. Но многие из вас выразили такое намерение внести какую-то лепту для Миира, для развития, для усиления Миира на этом канале. И этот эфир такой необычный, и в нем очень много таинств, о которых пока что мы не расскажем. Но они могут проникнуть, и проникаемостью проникают к вам, если только вы очень-очень честны с собой. Если для вас сейчас превыше всего этот Миир, Миир, Миир. Каждый из вас, прослушав предыдущее видео, утреннее взывание Христа к вам, к вашим индивидуальным Христам. Взывание к индивидуальным Христам. Есть всегда то понимание, что вы все равно все человеческое только воспринимаете. И первично, что у вас вышло на поверхность, в какой-то части из вас, это суждение. Много-много раз практически в каждом видео, здесь всегда было сказано о том, если вы хотите что-то исцелить, вы не осуждаете. И если есть суждение, вы не исцеляете. Вам необходимо потерять суждение прежде всего. У вас стоит цель, она непобедимостью своей помогает вам стать сильней. Миир, Миир, Миир – это изначальная цель здесь и сейчас, во всех эфирах, во всех этих видео. Миир, Миир, Миир – это сила. И эта сила может проникнуть в вас, если вы доброзычливо взываете к Мииру. Нужно, чтобы каждый из вас всегда разговаривал сам с собой на языке детства. И доброзычливость – это честно и по-доброму. Доброта, в чем она заключается? Она концентрирует рассудок. Это не значит, что вы забудете и нефилимских архонтовских всех сущностей будете почитать ни в коем случае. А доброта – это значит «очень-очень хочу Миир, Миир, Миир». Прежде всего, это желание мира, и это значит жизни. Пробудить это желание жить, и оно должно стать якорем. Оно должно стать маяком у вас, и оно однозвучно. Это один звук «жить» Миир. Миир звука, Миир жизни. Жизнь – Миир. Бог – жизнь. Бог – Миир. Безусловная любовь. Все эти звуки состоят из этой безусловной любви. Они чистейшие составляющие этой безусловной любви, и они могущественные. И если вы это выравниваете, а не сразу же после эфира уходите в то состояние, как грустно вы жили, как вредоносно вредила вся система, и вы в своем забытии ее почитали, ей служили, то кого вы можете обвинить? Никого. Только всепрощением вы усилите эту неимоверную цель Миира сознания, созидания, здесь и сейчас. Только так возможно, по-другому нет. По-другому вы рассеиваете. Ваш помысел, ваша мысль рассеяна, она не имеет силу. Если же вы прослушали, и вас же тут же появилось желание найти виноватых, это уловка архонтов, что пока вы обвиняете, вы теряете силу, вы раздробляете силу, рассыпаете ее. Тогда у вас нет безусловной любви, тогда нет этой цели – Миир, 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 здесь и сейчас. В это мгновение она теряется, останавливается, становится очень слабой,
и она бессильна остановить эти орды тьмы и тех безумцев. У каждого из вас есть возможность это сосредоточиться на этом Мииире, восприятие Мииира самого, здесь и сейчас. И вас интересует только Мииир, Мииир, Мииир. Если ваше это утверждение становится очень-очень сильным, яростным, таким страстным, и оно не пацифистическое, не прославляющее, оно ярость имеет силы, тогда ваш внутренний дискомфорт, этот загроможденный нагроможденный суицидностью, он рассыпается, не выдерживает. Вы сразу же делаете настолько мощным этот накал внутри себя, и таким образом вы удаляете все, оно не выдерживает. Это все равно, что раз и включилась такая неимоверная вибрационность. Вибрационность звука – здесь другое понимание, чем вы слышите где-то полуправдиво, полуобманно. Вам нужно эту концентрацию сделать внутри себя. Каждый из вас имеет какие-то семейные положения, каждый из вас имеет какие-то денежные сбережения или какую-то сумму проживания, какое-то жилье, у каждого свое, но превыше всего – должен зазвучать этот хорал силы истинного Мииира, 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 безусловной. Тогда вы не будете обвинять, тогда вы свергаете со своих протоков бессознательных, что та страна, в которую вторглись, это ваш враг, и что жители там нацисты. Многие из вас не раз бывали в их городах, и ни одного никогда не встретили там, и в понимании вы знаете, что их нет там таких, и вместе с тем вас что-то двигает, вас что-то заставляет. И вы уверены в том, чтобы идти убивать, чтобы идти уничтожать и чтобы идти и поддерживать эту драхму, должно что-то двигать в человеке. И это подсознательная архонтовская нефилимская программа, которая шла все эти годы. Она находится в чертогах всех тех, кто яростно уничтожает, кто обезумел пытками тех военнопленных. Это там и находится. И вы находитесь в составе этой державы, этой огромной страны. И если вы загоритесь этим огнем Мииира, сколько бы вас ни было, но этой истинностью Мииира, поверьте, это будет рушиться вокруг. Но здесь самое главное – этот закал ярости. Хочу я здесь и сейчас этот Мииир, Мииир, Мииир. Я его до такой степени хочу искренне, яростно. И я могу читать веления и самостоятельно утверждать, что превыше всего это Мииир, Мииир, Мииир. И не просто одну минуту, а тщательно, настойчиво долго я это делаю. И когда вы это утверждаете, вы избавляетесь от сотни тысяч мегакалорий этой тьмы. И вам очень много раз предлагали это просмотреть и испытать и сотворить в себе, но оно вас как будто не пускает. Вы одну-две минуты создали, что-то написали, и на этом вы закрываетесь. Вам трудно утверждать слово «Мииир». И этот бессознательный, он влияет на ваше дыхание. Бессознательный ваш аспект этого темного груза – это уничтожение человечества. Это не идет просто одной страны. Находят они причину сразу же погасить, не дать огню света хоть где-то засветиться. Вам это понимание необходимо? И вы не услужаете кому-то. Вам нужно очень много силы, чтобы остановить программу архонтов. И еще раз напоминаем, что бессознательное, за которое вы так лихо не берете ответственность, это в вас. Это ваша молекула, это ваша клетка, это ваш атом, там так звучит. Вы его не слышите, но это не значит, что он не звучит. И когда он звучит, он не дает дышать, и дыхание поверхностное. Когда-то было сказано, что одну треть вы берете дыхание, сейчас мы можем сказать 1,5. Сейчас 1.5% у многих из вас. Вот что значит и как влияет эта разрушительная убийственная ситуация. Мы вам каждый эфир даем понимание все больше и больше, что вы это носите в себе, и вы продолжаете выстреливать этими ракетами. Понимаете, вы, они бессильны. Это вы, ваше множество. И в этом состоянии вы находились много времени. Кто-то родился в этот период и все время оставался, он не помнит и не видит другого. И здесь нельзя разделить и зрелость человеческого сознания, возраста, и юность, она как бы дополненностью может быть. Не фальсифицировать, не бравировать, что я много знаю, я много прожил.
Нет, а вдумчивостью какой-то находить соприкасаемость сотрудничества и с молодостью, и иметь такой внутренний запас. Что не могла эта страна, какая бы ни была договоренность, что бы ни было, она не могла напасть на такую огромную страну. Нет, не могла. И сейчас сосредоточьтесь на середине груди, чуть ниже середины груди. Можете положить обе ладони. И задайте себе вопрос, говорим ли мы вам правду. Вы чувствуете тепло, не потому что ладонь касается тела и создает тепло. Нет, вы внутри чувствуете тепло. Вам нужно изначально все рассмотреть. Не могла она напасть, то значит, какая моя страна и что я произвожу в помыслах. В своем рассудке, сознании, словах творю. Вы четко чувствуете сейчас, что не могла она напасть и не собиралась нападать. Эта страна видела это всегда и знала. Всю ядерность она отдала этой большой стране. Но без ядерного оружия, как же она могла нападать? И в этом ваша первичная задача. Если вы это примите как истину, как то, что вы видите голубое небо и море, и что это правда, тогда ваше подсознательное может опустошить себя здесь и сейчас, ибо вам это необходимо. Мы вам четко объяснили, вы не дышите. Если перегружено ваше бессознательное таким неимоверным грузом, уничтожить и убить, то вы не дышите. Вам необходимо будет этим миэиром звучать. Это выбор каждого из вас, но вы можете сейчас бессознательную архонтовскую, ту нефилимскую, ту религиозную, отпустить, выдохнуть. Если вы выбираете миэир, миэир, миэир. Поймите, здесь все очень настоящее. Если вы все-таки оставляете себе ненависть на эту страну, на этих людей, или имеете какие-то обиды, суждения, какую-то ложную информацию, то можете оставить ваше бессознательное с собой. Но помните, закон мироздания гласит, никогда невозможно убить кого-то, не убив себя. Религиозность отвергла ваше перевоплощение и очень много сделала того, что вы не можете понимать Бога, слышать Бога. А что только они могут, и им это доступно. Только по той причине им это доступно, что такое количество человеческих душ они уничтожили. Какой же тогда Бог, о котором они вещают? И если миир, 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 будет у вас очень яростно много и настойчиво звучать, ваше бессознательное начнет сейчас выдохом, 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 выходить из вас. Вы можете почувствовать головокружение, можете какие-то состояния разные. Питье воды умножить, усилить насколько возможно. Выдохом, 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 выдохом. Убрать безрассудство со своих чертогов, освободить свою иммунную систему, иммунитет. Иммунитет восстановить. Иммунитет восстановить. Иммунную систему восстановить. Освободить. Звучите внутрь себя громко и яростно. Иммунную систему освободить. Освободить, освободить, освободить. Выдохнула, выдохнул. Ярость звука должна быть и дыхание. Вначале нужно создать множество ярости выдоха. Прежде всего, выдох, выдох, и дальше вы продлите это свое звучание дыхания. Вы как бы выжимаете, вы как бы сжимаете легкие и подлегочные, там столько всего есть. Выдох, выдох. И через полсекунды, сколько у кого уходит, вдох, вертикальный. Медленное, медленное произношение. Также здесь очень важно, чтобы был ваш собственный звук. Не останавливайтесь, если вы это не слышите. Если не происходит здесь и сейчас, просто действуйте, действуйте, практикуйте, практикуйте, и оно восстановится у вас. Не форсируйте, не придумывайте, не обманывайте себя, а просто утверждайте, создавайте собственный звук. Выдох, выдох, выдох. И вы не осуждаете себя, вы не осуждаете никого. Вы возмущены яростью, и это ярость огня. Ибо Нефилим и Архонты имели власть над вами, и все, что вы сейчас делаете, эту власть удаляйте, расторгайте. Поэтому этот выдох, выдох, выдох,
он по-разному у вас может звучать разными звуками, тарабарщиной. Так и в выдох может быть, и тут же может выходить тарабарщина. Выдох, 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 и тут у вас и радость, и ярость. Ведь в ярости всегда есть радость. И в этом ваша сила, составляющая вашего выдох, выдох, выдох. Вертикальный вдох, вдох, вдох. И такое впечатление, что только гортань дышит, потому что звук звучащий, он главенствует сейчас. Выдох, выдох, выдох. Вся грудная клетка работает при этом, если вы яростно настойчиво проговариваете это. Выдох, выдох, выдох. Вертикальный вдох. Пауза обязательно более длинная. Вертикальный вдох. Выдох, выдох, выдох. Как у кого получится раз проговорить, а потом дыхание сложится. Вначале звуки идут, сила звука, а потом само дыхание сложится, и вы это поймете. Это первые шаги к дыханию на самом деле. Так многочисленны и уродливы злобные программы, которые окутали вашу оболочку, аурическое тело, ваш поток жизни. И нужно очень яростно их сбросить в таком активном сосредоточенном, собранном здесь и сейчас. Это возможно и очень быстро. И в этом яростном состоянии ваше сознание встретит весну настоящую, без сентиментальности. Это их программа. У духа есть только сила и искренность, и честность. У него нет сентиментальности. Вы привыкли к ней. Вместо того, чтобы съесть вкусный, здоровый, свежий фрукт, вы едите какие-то с добавками-заменителями бесконечными. И это то же самое, сентиментальность. Вам нужно выровнять, и дыхание первично было, и останется. Это многовековая пыль, которую нужно снести. И время у вас невозможно растянуть, ибо если вы не победите эти страхи, и вы с ними не сможете справиться, время не остановится. И то, что происходит в планетарном изменяемости циклов и полюсов, оно происходит на этой планете. Ваш рассудок не выдержит. Я – учитель человечества. Адама Талос. Выдох, 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 выдох. И только вертикальный вдох. И только вертикальный. Настоящий, мой, естественный. И только мой. Моей реальности, внутренней моей силы огня космического, внутри меня. Выдох, выдох, выдох. Звучат лимфоузлы гортани, боковые вокруг горла. Выдох, выдох, выдох. Вертикальный, вертикальный, вертикальный. Вдох, вдох, вдох. У кого насколько хватает запаса. Не форсируйте, не создаете обман. Только искренность и только честность. Выдох, выдох, выдох. Солнечное сплетение чуть выше, чуть ниже занимает рациональный разум. Выдох, выдох, выдох. И уже лимфа помогает гортани боковые. Выдох, выдох, выдох. Обязательно руками можно помогать, встряхивать их, двигать торс верхней частью, вообще грудной клеткой. Как бы выкидываете, скидываете. Выход как происходит из этого, вы не сможете это отследить и не нужно. Сосредоточенное сознание на выдохе, выдохе, выдохе. А сейчас четко только гортань. На выдохе, выдохе, выдохе. Сами себе распишите эту программу по-своему, чтобы вам было понятно. Выдох, выдох, выдох. Вертикальный вдох. Только ваш внутренний голос звучит. Вертикальный вдох. Выдох, выдох, выдох. Звучит гортань полностью, полость рта полностью, все вместе. Выдох, выдох, выдох. Благодарение Мииру. Миир, благодарение. Вертикальный вдох. Превыше всего для меня, Миир, Миир изначальный. Миир, 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 превыше всего для меня. Вертикальный вдох. Миир, Миир, Миир изначальный, превыше всего для меня.
Выдох, выдох, выдох. Вертикальный вдох. Утверждайте, чтобы не пробралась через ваши потаенные составляющие никакая часть ненужности, которая у вас еще есть. Поверьте, какие-то привычки, какие-то утверждения, какая-то рабская подчиненность, она не должна пробраться туда выше. Вам ее нужно вымонтировать, и это превыше всего. Это изначально, и это вспомогательная мощь, сила Мейера изначального. Только она может вам восстановить это дыхание. Часть вас находится в физическом теле и понимании рассудка, а те части на более высоких уровнях, они не отзовутся, если вы будете лукавить. А если отзовется что-то громогласно быстро двигающее вас, кричащее громко, как эти ораторы в кавычках ложные, то значит это не ваш аспект вас. Его нужно еще пробудить. Давайте, 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 бегите, это социальные. Они красиво, на ваш взгляд, кажется, разговаривают. Никогда не говорите это слово. Вдумайтесь, всмотритесь, что под этими произношениями несет тот или иной пропагандист. Вы ведь хотите стать теми могущественными существами, которые понесут эту истину. Вы за этим сюда пришли. Мы в самом начале всегда объясняли, что несет этот эфир, что он движет, Мейер изначальный. И рассекретить ваше могущество сознания реально только тогда, когда есть честные существа. И да, онлайн. Нужно остановить уничтожение здесь и сейчас. Каждая ваша мысль нам не просто видна, а явно проявлена. И эта суть, которая озвучивает здесь, объясняла, что разговаривая с деревьями в той стране, они ей объясняли, что приходят на прогулку в парк и столько грязи приносят. И когда парк перегружен в выходные дни, насколько мутной становится атмосфера и как им тяжело дышать. Помните, ничем не закройте, никакие внешние ваши оболочки, мысль ваша и слово – всегда видны. И они так драгоценны для вас, если вы их выровняете с Мейером, Мейером, Мейером. И выровняв в своем звуке, вы такое могущество, неуязвимость обретете. Всегда оставаться молодым, остановить старение, остановить программу уничтожения первично, и вы остановите, так много измените в себе. И ничего не заменит это. И этот канал дал добровольное свое согласие нести этот Мейер, Мейер, Мейер. А вам доступно много, быть собою. Все, что помогает всегда и все, что дает силу, это быть собою, только той настоящестью. Не собой, к которым вы привыкли. Не к ханжеству, не к лицемерию, а найти ту силу себя изначального Мейера. Вдох, вдох, вдох. Искренний мой вдох. И вы, если честно говорите с собой, вы ощутите лимфу. Здесь и сейчас вы ощущаете шейную лимфу. Почему так происходит, когда-нибудь будет много-много разъяснений. А сегодня здесь и сейчас Мейер, Мейер, Мейер. Спокойное небо голубое. Чистое небо. Свободная страна. И одна, и другая. И гордые, могущественные первопроходцы шагают по своей стране. И их поддерживает и наполняет планета. И вы сейчас ощущаете ступни ног. Это планета. Вдох, вдох, вдох. И сейчас внутренняя стенка гортани задевает шейный позвоночник. Вдох. Всегда-всегда вертикальный. С такой любовью, с такой тональностью своей произносите, чтобы он проникал в вас. Вдох, 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 вертикальный. Вертикальный. Это все равно, что вы держите в руках и славите что-то такое неимоверное. Или благодарите, или радуетесь, может быть, бриллианты, сапфиры. Но никогда не смотрите их в уже окутанных во что-то, а в естественных кристаллах. Не спешите их увеличивать, не спешите создавать сундуки нагроможденные, ибо может быть обман. Помните всегда, что только та искренняя ваша ощутимость внутри вас поможет вам. У вас есть возможность управлять своей жизнью, и если вы верите, а вы верите уже теперь, правит миром, Бог живой. И никакая утварь религиозная, государственная, не может мне его заменить. Так как никто и ничто не может мне заменить индивидуальный вдох мой,
мое дыхание. Мое сознание мне принадлежит, и я не пропускаю ничего меньше божественного. Я не принимаю, я отторгаю это все и сам создаю только Миир изначальный. Этим я живу, этим я дышу, этим я стал, я стала этим, я стою этим, Миир изначальный. Знайте, поймите, мы не играем. Мы планетарный эфир передаем вам здесь и сейчас. И ответственность ваша должна стать превыше всего. Смелость, возьмите ее. Сложив руки вместе и задержите ее, соедините с этим вертикальным вдохом, с чистотой силы настоящести, космического огня. Вспомните, саламандры. Каждую мысль свою, которую я создала в гневе, в страхе, в возмущении, в обиде, в ненависти, я растворяю. Я ее сжигаю. Я ее превращаю в свет. Я ее превращаю во что угодно. Но она не будет больше увеличивать уничтожение человечества, ханжество и стратегию тьмы. Я никогда не буду служить им. Я понесу факел света. Я понесу его с честью истины, яростью. Выдох. Здесь полностью гортань говорит, и язык, полость рта, губы. Все можно вычистить таким произношением. Если вы остались один на один или есть возможность быть на природе в безопасном месте, вы это можете произносить. Все зависит от вас, от вашего намерения. Если вам Миир, этот самый-самый драгоценный, становится, ибо он жизнь, тогда жизнь вам ответит. Ваша жизнь в ваших атомах и молекулах. Выдох без обвинений, полным прощением всего. Выдох, полного прощения всему себя, самого себя. Выдох, все-все нагромождения, всю ту рать религиозно-люциферианскую, государственную, всех компаний, всех ученических, где я только не был. И здесь, может, где-то кого-то нужна будет более конкретная часть. Я выдыхаю. И здесь будут звуки очень разные, ибо вы приняли эту программу чью-то, вы хотели быть похожим на кого-то. И вы к этому относитесь, сознательно сознаю, и выдыхаю. Я устояла. Я смогла. Я смог. С Богом. Все возможно. Я есмь сила огня. Я есмь сила вдоха своего вертикального. Я есмь эта сила, ибо первично в моем вдохе звучит Миир изначальный. Слова жизни, благодарение жизни. Мииром правит Бог живой. Утверждайте, что вокруг меня очень много ангелов. Я верю. Может, они не помнят об этом, пусть пробудятся их сердца здесь и сейчас, и пусть они услышат и прочтут веление, переданное через Профит, столб света. И пусть они сделают максимальное, что они только могут. Пробудись, восстань, каждое сознание Христа Единого, сияющего неимоверным могуществом святости Христа. Пробудись и в той стране. Останови уничтожение, останови разрушение жизни. Останови здесь и сейчас. Останови, ядерность должна быть разоружена. Жизнь, ты есть. Но я же точно знаю, что ты есть. Жизнь, но я же дышу вертикально, собственным дыханием. Сознание дыхания во мне теперь в единстве. И выдох. У каждого по-своему может быть звук совершенно разный. И выдох. Гортань звучит. Теперь у вас будут разные вопросы, мы в этом убеждены. Они будут вам вспомогательными. И отвечает на них в основном не суть. Иногда она может делать соприкасаемостью с водой, с другой какой-то стихией, с твердостью планеты, она тоже это может делать. Но в большей части мы будем отвечать. Мы те, кто любит жизнь, кто славит Христа.
кто верит в Христа. Мы настоящие, и нас великое множество, и мы будем рады вам ответить на ваши вопросы. Искренне произносимостью Мииира, Мииира, Мииира. Но не бездействие свои, а действие активируйте. Мииир, 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 тебе планета. Мииир, 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 вам моря и океаны. Мииир, 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 тебе, Украина. Восстань, восстань, настоящесть света в России. Восстань, ты есть там, ты точно там есть. Восстань в силе своей признания жизни и Мииира. Ты это можешь. В это воплощение пришло очень много световых существ, и они находятся также в России, и пробуждаемость им так нужна, а вы это уже услышали. Засучите рукава, разбудите самих себя и всех тех, кто находится вокруг вас в вашей стране. Нет нацистов в той стране, но есть загубленные души, есть потерявшиеся, но их гораздо меньше, чем тех, кто также жаждет Мииира. И этот Мииир, 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 пусть у вас умножится, а не разрушение. Остановите разрушение. Знайте и вы, что Мииир изначальный, в вашем сердце есть. Живите в нем, дышите с ним, и вертикальное дыхание обязательно много-много вам сделает. Это начало, это первая ступень. Но ваша настойчивая применимость всех этих знаний, не просто практик, не называйте это слово, а знание и применимость этих знаний сделают вас неуязвимыми. Неуязвимыми и очень-очень активными. Мы в это верим. До встречи! Прямой, действенный курс «Дельфины». Проводник Ольга. Курс действенный, содержит прямые передачи, в этом его сила. Все эфиры этого курса, они действенные. И чтобы усилить более быстрое принятие, высвобождение, понимание, есть необходимость прослушивания предыдущих видео этого канала «Новое пробуждение человечества». Когда выносим благодарность планете через передачу другим, силы у нас в сотни тысяч раз восстанавливаются быстрее и больше. В нас каждом, кто это передает. Ложности здесь нет. Здесь истина горит, пылает. Планета силу и свободу обретает. Благодарность наша непомерна творением Творца, Сириуса, дельфинам и китам. Они, незримо обучая нас любить самих себя и все творения Создателя. Действенный курс «Дельфины» это радость неземная. Прямые передачи Владыка миров, Элохим, Архангелы, Ангелы, световые цивилизации Сириус, Плеяда, Андромеда, Арктура и дельфины и киты. Настоящая активация божественности, изобилие в единении, осознанном принятии денежного изобилия, в ускоренном режиме способствует поднятию в себе божественности. Усилить безусловную любовь. Активация чакровой системы. Восстановление баланса женской и мужской энергии. Гармонизация. Исцеление понимания любви на уровне элементала сознания тела, врожденное. Техники выравнивания внутреннего позвоночника. Вертикальное дыхание, способствующее синхронизации правого и левого полушария. Восстановление вибрации собственного голосового звучания. Освобождение рассудочной части. Воссоединение с божественной основой. Техники усиления интуиции, первого чувства. Открытие нитей ДНК. Принимая сердцем чистый свет в честности, возможно совершить мощный прорыв. Усилить магнетизм в себе. Принимать потоки 5D. Решайтесь. Нет возможности откладывать воссоздать силу божественности в себе. Важность этого обучения в том, что честное принятие даст возможность передавать мудрость другим.
Все это глобально для всех и касается каждого. Важно сейчас действовать честно. Спасаем самих себя в единстве, ясности, решительности всем. Приглашаем всех к познанию силы, божественности в себе. Прямой, действенный курс «Дельфины». Ссылки Telegram в описании.